Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как быстро и правильно погладить мужскую рубашку и брюки. Мужская рубашка начинает гладиться с манжета, с рукава. Приступим к работе. Аккуратно проглаживаем манжет, переворачиваем там, где находятся пуговки, проглаживаем. Приступаем ко второму рукаву. После манжета проглаживаем застежечку. И гладим основную часть рукава. Чтобы не оставалось никаких складочек после заглаживания. Ну все, теперь приступаем к плечикам. Проглаживаем плечики. Одно плечико прогладили, теперь гладим второе. После того, как мы прогладили плечики, приступаем к проглаживанию полочек на рубашке. Передвигаем ее на спиночку. Остается одна деталь, это воротник. Он гладится всегда в последнюю очередь. Берем воротничок, аккуратненько проглаживаем его. После того, как мы погладили рубашку, ее нужно одеть на плечики, чтобы она потом не помялась, и убрать шифонер. Для того, чтобы погладить брюки, нам нужна марля и вода. Необходимо прогладить внутренние карманы и пояс. Это для того, чтобы брюки сидели ровно. Раскладываем на доске ровненько, аккуратненько. И каждую гладим по очереди. После того, как мы увлажним марлю, приступаем к проглаживанию. Необходимо навести стрелки в верхней части брюк. После того, как мы прогладили стрелочку, переворачиваем и проглаживаем ее с другой стороны. Все, стрелочки у нас готовы. Вторая половина брюк гладится точно так же. Для страховки проглаживаем еще раз, чтобы не осталось нигде никаких ни заломов, ни помятостей. В таком наряде, отглаженном и аккуратном, мы можем выйти куда угодно, на прогулку, в кино, в театр, в гости. Всем хорошего дня!